друзья, мы добрались до места назначения. Идемте! Отрываться, ну а я вместе с ней в городе 512. С нами весело. Саша, расскажи, чему посвящен концерт, что Могилянка отмечает, какое событие? Смотрите, с 17 января Могилянка отметила свой юбилей, ей исполнилось целых 20 лет. И сегодня мы решили таким образом, мы все-таки молодежь, отметить это в Каприке небольшим концертом. Чего ждать гостям? На самом деле, я думаю, все будет очень интересно. Будет выступать команда КВН, будут зажигательные песни. Я думаю, это понравится им. Чем сегодня живет Могилянка? Какие, может, проходят мероприятия, тусовки? Буквально пару дней назад у нас прошло мероприятие «Битва факультетов». Вообще у нас очень такая насыщенная жизнь студенческая, и мы, как студенческие коллеги, стараемся ее немного разнообразить своеобразными концертами, шоу. Меня интересует такой вопрос, так как у нас программа молодежная. По твоему мнению, где у нас в городе можно хорошо отдохнуть? Ну, смотря как отдохнуть. Если культурно, то, конечно, можно в библиотеку сходить. А если не культурно? Если не культурно? Ну, к примеру, Каприка – это, думаю, хорошее место для отдыха. Скажи, какая сегодняшняя твоя роль в данном мероприятии? Я отвечаю за успех ребят в целом. Я на звуке, получается, от меня зависит организация КВН-а. Важная персона. Ну, как сказать, меня ребята позвали, я согласился помочь. Хочется попробовать себя в чем-то новом. Вот. Чем живет сегодня твой вуз? Какие проходят мероприятия? Ну, у нас разные мероприятия, потому что у нас существует давно парламент. То есть ребята выступают в КВН, помогают детям с интерната, помогают ветеранам войны. То есть происходят какие-то внутриуниверские мероприятия, типа видеоклипов, видеобитв. И все такое, собственно, очень интересно. Молодцы. Какие для тебя самые лучшие места отдыха в нашем любимом городе Николаеве? В Николаеве? Ну, на самом деле, не особо завсегда каких-то мест. Люблю собраться с ребятами у себя дома, люблю дым, недавно открылся. Вот, в Шамбале отдыхаю часто и, ну, в караоке собраться, попеть, поорать. Ты как участник КВН, насколько я знаю, да, сегодня да. Будешь выступать. Чего нам ждать от вашей команды? Я думаю, вам понравится. Мы неделю усердно готовились. Все будет хорошо. Ну просто вам реально понравится. Мы реально вот неделю усердно готовились, заставляли друг друга, типа, ну как бы, чтобы все было красиво, все было, чтобы все хлопали, чтобы все смеялись. Все будет отлично. Я вообще с НКИ. Факультет экологии. Нет, сейчас. Факультет экологии и техногенной безопасности, Национальный университет кораблебудования. Это я наше тупо. Будущее. Меня просто, я как приглашенный актер в КВН. Хорошо. Слушай, а у меня интересный еще вопрос. Где ты в Николаеве любишь у нас отдыхать? Места приличные. Места отдыха в Николаеве. Какие ты выбираешь? Во-первых, это у себя дома. А потом мне еще нравится дым. Ну и Каприка, конечно. Без Шамбала. Какие у нас еще вот есть развлечения? Ты в театры ходишь? В кинотеатры больше. Реально, я в театре был, наверное, в школе последний раз. А я вот только что из театра. Вот так вот, друзья. Денис,
Денис, я у всех твоих ребят, которые учатся с тобой в одном вузе, спрашиваю, какие интересные мероприятия проходят у тебя в Могилянке. Они мне не могут почему-то дать ответ, что интересного происходит в твоем вузе. Ну, в первую Чем можно похвастаться? В первую очередь хочется отметить, вот недавно проходила битва факультетов. Я не знаю, кто занял первое место, но вообще очень интересная вещь. После этого была мисс Могилянка, выбиралась там самая красивая девушка и тому подобное. Именно вот так вот в вузе, чтобы отметить хороший, я не знаю, отдых. А чья была идея создать вот этот вот концерт в Каприке? Идея была главы студколлегии, это мой одногруппник, мой староста Паша Лищенко. К сожалению, он сейчас сегодня не может здесь быть. Скажи, какие места отдыха ты выбираешь для себя в нашем городе? Ну, чтобы отдохнуть ночью, в первую очередь можно отметить Каприку. После, если ты хочешь продолжить, можно поехать в какой-то паб посидеть, ну, тот же самый Хмельной Патрик. А если, ну это да, это ночная жизнь. А если брать вот просто днем, вот куда бы ты пошел днем в нашем городе? В боулинг, скорее всего, в боулинг Сити Центр или в караоке, Sky House, например. Моя сегодняшняя роль – это взорвать просто весь этот танцпол, и чтобы поднять всем настроение в течение всего вечера. Ты в университете имени Петра Могилы учишься? Да. Чем живет твой вуз? Потому что я вот у всех твоих коллег спрашиваю, они говорят, не знаю. Что интересного происходит в университете? Ну, как сказать, я просто не сильно там часто бываю, поэтому спросите у кого-нибудь. Так, стоп, а где часто бываешь? Опа. Скорее дома сплю или просто отдыхаю вечером, а потом в универ встать уже слишком тяжело, поэтому вот так вот. А какие места отдыха ты выбираешь для себя в нашем любимом городе Николаеве? Ну вот Каприка в первую очередь, потом общага Могиляновская. Отлично, что бы ты хотел пожелать нашей молодежи? Не нажираться. Чтобы не выводили потом из Каприки и не было стыдно родителям. Спасибо. Пожалуйста. Я сегодня в роли артиста-вокалиста. Вот. Ну, привычная немножко для меня. А чего нам ожидать от сегодняшнего мероприятия? Я думаю, чего-то необычного и крутого, потому что у нас в Могилянке на самом деле все очень много учатся, все очень много стараются, и, наверное, этим и славится университет. Но сегодня можно увидеть еще и талантливых людей, классных танцоров, классных КВНщиков, вокалистов. И я думаю, что всем присутствующим понравится. Надеюсь на это. Да, это очень хорошая идея была. Скажи, какие места отдыха ты выбираешь для себя в нашем городе? Честно говоря, я любитель театров. Прекрасно, я только оттуда. Я поклонница театров, Украинский драматический театр. Это мое любимое место отдыха. Но вот все-таки иногда хочется расслабиться, поэтому ночные клубы, Каприка – это круто, и я думаю, что… То есть наравне и как бы такой спокойный отдых, да, и более такой вот ночная жизнь? Ночная жизнь реже, потому что все-таки после учебы, после работы хочется высыпаться, после репетиций, но тем не менее редко, но метко, скажем так. Друзья, вот такая вот она ночная жизнь. Каприка – это не только тусовки, но и различные тематические вечеринки и мероприятия. Так что, если вы полны сил, энергии, готовы танцевать до утра, вам сюда. Ну, а лично я отлично провела время без мальчиков. Оставайтесь с нами. Все мы любим делать селфи, и пока тусовка в самом разгаре, я решила проверить, насколько открыта и дружелюбна наша молодежь. Пробираясь сквозь толпу, предлагала парням и девушкам сделать селфи со мной. Ни один человек не отказался. Все-таки николаевцы очень доброжелательны и ни капельки не стеснительные.